Дивитесь Вікенд Експрес, і це рубрика «Автопаті». Сьогодні ми завітали до нічного клубу Голлівуд Сіті, де відбувається святкування Різдва Христова. Головним гостем свята є діджей Пауль. Як відбувалося свято, як відбувалося святкування, у вас є нагода подивитися саме зараз. Дивимось. Добрий вечір, Вікторе. Скажіть, будь ласка, ну як так трапилось, що із піджея ви стали арт-директором? Що це, зріс по кар'єрній дробинці, чи як так трапилось? Ну, на самом деле, как бы, я уже работаю в этой сфере очень давно, и я не уходил с пиджейства, я совмещаю то и то. Но человек, который долго работает в ночной сфере, у него появляются связи и желание, стремление, и я добился того, что я стал арт-директором. Скажи, чи важко працювати арт-директором? На самом деле, да, я думал легче, но на самом деле, когда надо клуб поднимать снизу, очень много надо делать для этого. Будем вас приглашать и будем каждый раз участвовать в Weekend Express. Будем радовать много-много людей хорошей музыкой, хорошей шоу-программой и всем остальным. Скажи, а як ставиться народ, який приходить до клубу, коли бачить, що арт-директор витанцьовує на піджейському подіумі? Ну, ты знаешь, очень, как бы, все сначала улыбаются, смеются. Многие знакомые говорят, ну, ты даешь, конечно. Но на самом деле видят мою работу и видят, что все хорошо, всем нравится, все улыбаются, все говорят, супер. Добрый. А что сегодня за вечерка у вас? Сегодня диджей Паул, саксофонист, очень хороший диджей. На самом деле пишет эксклюзивную музыку, играет хорошие треки. Надеюсь, и вас порадует тоже на майбутнє. Ну, у нас очень грандиозные вечеринки, которые мы будем удивлять кавер-рок, которые на самом деле не будем повторяться ни от кого. И люди будут видеть это и будут уходить сюда. И как бы, ну, мы не жалеем денег, самое главное. Наши директора говорят, надо поднять уровень московский, сделать уровень Голливуда. Скажи, будь ласка, в чем є особливость твоей игры как диджокея? Знаешь, очень много сейчас появляется диджеев, как бы новых, кое-кто пытается пробиваться, но я склонен думать, что все-таки будущее зашел. В чем заключается, как бы, моя эксклюзивная работа? В том, что я совмещаю работу и диджокея, и игру на саксофоне одновременно. Взагалі, як ти вирішив стати диджокеєм? Ну, непосредственно диджеєм я вирішив стати ще, наверное, з самих юних лет. Все починалось ще зі школи, з маяков і так далі. Относительно саксофона, завжди хотів именно работать хотя бы проектом, хотя бы саксофонистом, да? Но дело в том, что очень долго я искал у нас в городе парня, который бы подходил мне в ногу в саксофониста, либо даму, не суть важно. Но поменял, скажем так, человек 5, это точно, потому что не могли мы, как бы, сойтись идеями, не могли мы понять друг друга. В конце концов, честно, просто психанул, решил купить саксофон и пытаться научиться играть. Учился сам, не заканчивал никакой музыкальной школы, потихоньку просто сам учился играть. Добре, а скажи, а як ти ставишся до рейтингів диджокеїв всіляких? Честно говоря, абсолютно никак. Вот никак. Чи є вони об'єктивні, на твою думку? Смотря какие. Есть, конечно, да, объективные там мировые какие-то рейтинги, да, где делаются специально социальные опросы, это и сеть интернет, да, и какое-то живое общение. Что касается наших рейтингов, судить исключительно по интернет-публике я бы не стал. А что ты сам взагалі любишь слушать и что ты любишь грати? Честно, слушаю я в основном дома более спокойную музыку, даже вплоть до Стинга, да, люблю джазовых некоторых исполнителей, очень люблю Синатру. Что играю? Играю коммерческую музыку. То, что в основном нравится, скажем так, большинству публики. В основном это ремиксы на старые какие-то песни, там, на 80-е, 90-е преимущества. Ты в первый раз в Кривом Розе, чи вже відвідував наше місто? Да, я был у вас в прошлом году. Довольно-таки понравилось. Было суперски, было здорово, было позитивно. Что ты сегодня очікуєш від Кривого Рогу, від нічного клубу? Позитива и хорошего настроения. Я надеюсь, все-таки, ну, моя доля в этом немалая, да? Я надеюсь, что все-таки все
получится и хорошо повеселим народ. Скажи, будь ласка, ну як ти взагалі відсвяткував Новий рік? Замечательно, Новый год прошел просто шикарно, с 30 числа до 2. Отлично, ну как заведено у диджея, мы все работаем всегда. Все произошло на работе, и Новый год, и Рождество. Можно сказать так себе, потому что 1 и 2 число было намного лучше на самом деле. Новый год отмечала с друзьями в ресторане, отличная компания, отличная атмосфера, все супер. Дуже добре, файно. Дома, по-сімейному, з родиною. Я провела його з сім'єю, зі своїми родними, з дітьми, з бабушками, як положено. Зовсім не була на Україні на цій мові. Так би всім відпрацювати, як є, у друзей на квартирі. Дома спала, тому що 2 роки провела в Італії, тут неінтересно. На Новий год ми були тут. Отлично повеселились, все было здорово. Было даже весело, но я ничего не помню, потому что было очень много мест. Мы отмечали здесь с моими друзьями, девушками. Если честно, отпраздновали не как обычно, по-спокойному, по-домашнему, по-семейному, вот так, в общем, классно. Замечательно просто. Сначала с семьей, а потом уже с друзьями. Отлично, хорошо. Сегодняшняя вечеринка, я думаю, будет интересной и веселой, поскольку диджей Пауль уже приезжал к нам, уже играл на саксофоне, и люди это оценили, и людям это очень сильно понравилось. Поэтому, я думаю, в этот раз будет не хуже, будет, наверное, лучше, чем обычно. Я сегодня буду играть формат заведения, новую музыку, но чтобы люди танцевали, радовались, ну, получали удовольствие. Жду вот этого вот парня, который с саксофоном в прошлый раз, когда был, он порадовал. Ну, мне понравилось, честно. Сегодня у нас в гостях диджей Пауль, играет на саксофоне, красиво. Хорошее настроение, драйв, адреналина побольше. Девушек хватает у нас, так что все впереди. Веселуха! Мы ждем игры саксофона, нам пообещали, должно быть соло саксофона. Даже не знаю, давно здесь не была, но мне клуб нравится. Сегодня здесь отдыхаем мы. Нет, вечеринка. Просто приехали на дискотеку. По-моему, все хорошо. Весело, интересно. Если честно, мы не знаем, мы как-то спонтанно сюда приехали, пишем, едем. Сегодня здесь диджей Пауль, который играет на саксофоне. Ви смотрите Weekend Express. Всім хорошого настроєння і позитива. Це була рубрика Автопаті. Ми ще раз вітаємо вас із Різдвом Христовим та бажаємо всього найкращого. Weekend Express продовжується.